Привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня хочу приготовить очень вкусное домашнее печенье. Для этого мне понадобится, у меня здесь находится сахар, сливочное масло, куриные яйца, одна плитка молочного шоколада, мука и ванильный сахар. Точное количество ингредиентов я укажу под видео в описании. Масло я заранее растопила, можно использовать мягкое масло комнатной температуры. Добавляем сахар и все хорошо перемешиваем. Добавляем яйца. Ванильный сахар. И все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Теперь постепенно добавляем муку. Я ее уже заранее просеяла. В итоге тесто у нас не должно липнуть к рукам. Вот такое по структуре должно получиться у нас тесто. Пока займемся шоколадом, тесто отправляем в холодильник. И вот так мягенько нарезаем наш шоколад. Добавляем к нашему тесту шоколад. И прям руками все хорошо перемешиваем, чтобы у нас шоколад проник в тесто. Форму для запекания наших печеньев я застелила пергаментной бумагой. И делаем сначала шарик и потом придаем форму. Форма и размер у этих печенек вообще не принципиально. Как вам нравится, так и делайте. Духовочка у меня уже разогрелась до 180 градусов. И отправляем наше печенье на 25-30 минут. Вот такое в итоге чудесное, очень вкусное и аппетитное печенье у меня получилось. Сверху можно украсить шоколадом, завариваем чай и приглашаем своих близких и любимых к столу. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!